Хай просто бой-про! И дождались. Да, ура! Новая рубрика «Снайперы». Со мной сегодня Апро и Алпро. Но если так говоря, Алихан и Амир. Да. Деп. Да, и я. Смотрите, сегодня будем играть в снайперы. Думаю, дебейс. Так, я сейчас тебе тоже... А, все. Сделайте все режимы этого. Я сейчас вам каждому... Тихо. Я сейчас вам каждому сделаю геймод 0, геймод 1, то есть... Возьми птичку из Азергенца. А нет, но забудь, сложность легкая. Смотрите. Сложность легкая, да? Так, подожди, я сейчас тебе... А почему ты в выживание зашел сразу же? Собака А. Вот. Сделай себе режим полета. Ага. Сейчас стойте. Геймод. Спектатор. Собака А. Полетели. Прячемся. А почему я вас вижу? Я тоже призрак. Так. Угу. Сейчас я буду искать подходящее место. Вы, наверное, сейчас заметили, да? То, что я ищу подходящее себе место. Нет, это не то подходящее место. Что? Красиво, я ничего не говорю, красиво. Так, ладно, сейчас буду искать себе нычку какую-нибудь хорошенькую. Так, все, я себе сделал, я себе нашел позицию. А, ты себе нашел позицию? Быстрее находи себе позицию. Звук, где мой ник, пожалуйста, не тут-то. Это уже моя позиция будет. Каждому сейчас сделаю геймод 0. 0. Собака А. Сейчас у каждого геймод 0. И... Давайте. Сейчас будем начинать раунд. А, вот. Здесь сейчас я выиграю в этом раунде. Я очень сильно на это надеюсь. Так, я уже вижу Апру. Обернись! А чего вы идете, блин, за всеми? Апра был убит. Ладно. Так, поступим, допустим. Допустим, так поступим. Апру, выходи! Так, ладно. А что ты не умер? Ты умер. Все, ты тихо. Летай в креативе и наблюдай просто. Собака ты. Ладно. Победа в этом раунде. Я победил. Так, ладно. Меняем себе патроны. Подождите. Геймод 1. Собака А. Делайте себе режим полета. Все делайте. Сейчас будем начинать второй раунд. Алихан, ты тоже сделал? Да, сделал. А, сейчас, значит, делаю каждому геймод. Спектатор. Что? Я
тихо. Не, это не будет гемода. Так, а сейчас все быстро сбегаемся по каждому. Чего? Ты зритель. Не надо! Нафига ты ко мне тэпнулся? Сейчас ты знаешь теперь мою позицию. Я не знаю, я не увидел. Ладно, меняем позицию. Думаю, где-нибудь вот тут вот можно остаться. Просто можно менять позицию. Сейчас нашли себе позицию. Раз. Гейм мод. Ноль. Собака. Все, начинаем. Это идеальнейшее. А ты поставил этот? А, когда у тебя закончится оружие, патроны, оно у тебя само перезарядится. Я уже что-то слышу. Так, я пока что... это уже хотя бы что-то. Ладно, я спускаюсь. Фух, повезло. Так, ладно. Надеюсь, я сейчас выиграю во втором раунде. Я тебя вижу. А, да, я твой ник вижу. Ну, житель. Так, я пока что буду стрелять вот в тебя прям. Ножах. Блин, ладно. А этот раз ты выиграл. Но ты не бойся. Я перезарядился. Начинаем третий раунд. Сейчас... Не, сам только мне тэпнись. Так, а сейчас давайте, пожалуйста, чтобы не спавниться в самом начале, давайте лучше просто установим точки спавна. Во всяких домах. Давайте. Я вот уже установила свою точку спавна. А, ладно, уже сделал. Все в режиме полета. Я птичку нашел. Сейчас ее не бери. Давай, выходи. В режим полета все. Я делаю режим спектатора. Значит, надо бы это еще скопировать. Геймод спектатор. А это что, скопировать даже нельзя, да? Понятно. Геймод спектатор. 6. Не. Собака. А. А сейчас все разлетаемся по своим же позициям. Я даже придумал. Я вижу апру. Так, тихо, осторожно. Главное, чтобы он меня сейчас не увидел. Я тебя тоже видел. Так, все тихо, не видим сам я же себя. Так, не, за это нельзя улетать. Вот, что я себе придумал по лицу. Я лис 2. Все спрятались. Да. Гей мод 0, собака. А. Отлично, все. Все поначалу. Так, подождите, никаких по изначальным позициям. А вы не поняли то, что у меня сейчас что есть? А может, хватит уже в самом начале раунда уже всех убивать? Со снайперки. А тебя уже Альфа убил? Ладно. Да. Подожди, просто будь в творческом режиме. Пропиши себе команду. Так, я вижу Альхана. Не убивай меня. Тихо. Вы не заметили, да, что у меня сейчас в руке?
эта позиция очень опасная. Ой! Я к тебе не садился. Я к тебе не садился. Я был снизу. Я был снизу. А как мне их убрать, я не понимаю? Естественная регенерация. А как их убрать, я не понимаю, Ник? Я не могу их никак убрать. Где ты сейчас это сказал? Гейм мод 1. Собака. Все? Да. А сейчас все режимы полета. Гейм мод. Спектатор. Собака. Все? Все в режиме наблюдения зрителя. Все быстро. Давайте. Я уже придумал, где я буду. Я уже придумал, где я буду сидеть. Так, все, я готов. Геймод 0. Да, не, вот это. Собака. А. Так, ну-ка, что у нас в сундуке? Ну, понятно, биобойлер. Я вижу Апру. Я просто... А не надо было идти ко мне сразу же. А зачем? А почему вы с ножами ходите? Не понимаю. Не-не-не, сейчас как будто такой разговор матча. Так, а Лихан, как я понимаю, на своем дереве, да, застрял? На каком дереве? Да, на своей вышке, да, застрял? Так, я уже вижу, Вера. Где Лихан? Он вышел? Нет, он выиграл. Нет, понятно, зачем ты мне это говоришь? А, ну, я сейчас возьму эту позицию. Хоть это очень опасно. Там никого нет, так, нет, там никого нет. Апро, иди, пожалуйста, ко мне на вышку. Эти... Я на Альхайной вышке, которая вам всегда сидит. Иди ко мне. По секрету, посмотри на мое оружие. Ну ничего. А вообще там что? Ада. О! Что ты в меня слушаешь? Что ты меня говоришь, не понимаю? Ты умер, все. Ты все умер. Зачем ты меня убиваешь? Ты умер, все. Зачем ты меня убиваешь? Я сейчас на тебя дисквалифицирую. Ладно, все. Так. Ну не, это вообще. Это как у Эдисона. Так, тихо. Это как у Эдисона. Просто вот тестирую. Понятно? Где Альхан? Тренировок не будет. Что надо? О! Что ты меня убиваешь? Я просто его убил. Начинаем пятый раунд. И какой-то уже раунд. В режим полета все. Не-не-не, какой тренировка? Какая тренировка? Ты? Нет. Я сейчас эти дисквалифицирую. Эдисон же тоже использует. Значит, и мне можно. Вообще, это просто тест. Я могу, я... Понимаете? Вы можете тоже использовать запрещенное оружие. Только снайперки.
Только снайперки, никакие автоматы. Только снайперки, понятно? Так, все, мы скоро уже будем выбрасывать, скорее всего. Но я обещаю, в следующей серии никаких читов. Я обещаю. Я тебя просил не автоматы, а это. Запрещенное оружие. Вот это запрещенное оружие. А вот какой ты... Понимаю. Слышишь ты? Возьми снайперку, а не пока. Это тоже хотел... Зачем ты М-ку взял? Снайперку я сейчас тебя забаню. Покажи. Говорю, только снайперка. Я сейчас вас обоих дисквалифицирую. А ему кажется путь. Покажи. Да, это снайперка пойдет. Два меня и снайперка. Снайперку дел. Либо я сейчас тебя баню. Снайперка, это которая с большим прицелом. Вот, да, правда, это муха, это плетка вообще. Ладно. А как она называется? Значит, введи поиск М110. Так, я пока что пойду на свою позицию. Нет. Я обещаю, в следующей серии не будет никаких читов. Я тебе обещаю. А причем? Слышь ты, я сейчас этим ножом на шашлыки покрасаю. Вот этим. Готов? Делаю гейм-мод спектакль. Гейм-мод спектатор. Собака А. Все. Я полетел на край света. Я лучше под землю пойду, потому чтобы меня не видели. А что, под землю тоже можно? Да. Я себя Альхана вижу. Чтобы меня не видели, я под землю, блин, делаю. И пошел. Так, тихо. О, идеальное просто место. Потом как из меня выбраться? Просто наверх. Так, все? У всех своя позиция, да? Гейм-мод 0. Нет. Собака. А, я пока что команду просто приготовил. Ты все? Геймод 0, все. А зачем вы под землю летаете раньше времени? Ладно, это будут ваши проблемы. А что? Ничего. Не надо было нам под землю идти. Ты тут занялся? Так. У тебя, как я понимаю, плётка, да, есть? Так, ладно, иди сюда. Сюда пойди. Сюда иди, сука. О, тихо, у меня один мастер остался. Перезарядка, стой, тихо. Нет, да зачем? Не надо, не знаю. А что у меня залагало? Что за свечение было? Ой, дыру. Не убивай меня, ты уже все умер. Я тебя уже убил. Где? Где он? Ой-ой.
Я сейчас это слышал, потому что мне надо убегать. А стекло он не ломает, да? Нет! Так, он мне сейчас ногу сбить. Так, тихо. Перезарядка. А у тебя плетка? У тебя плетка. Просто в поиске напиши М110. У тебя выявятся патроны. Кимот 1, собака А. Ну, это, я думаю, наша серия будет подходить к концу. Всем удачи и всем пока-пока. А мы тренироваться.